Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива нерабочего NAS устройства от фирмы Cisco, модель NSS3000. Как создать RAID массив, как добавить общую сетевую папку, настроить сетевое подключение к хранилищу и подключиться к нему. Сетевое хранилище NAS – это сервер хранения данных, подключенный к сети, который обеспечивает доступ к данным своим пользователям. NAS-хранилище может быть неплохим решением в плане сохранности информации от потери и повреждения, так как построено на технологии RAID. RAID обеспечивает надежный способ хранения данных и доступа к ним, однако есть факторы, от которых не зависит надежность технологии построения RAID. NAS, как и все механические устройства, выходят из строя, и вследствие данные теряются, так как доступ к массиву будет невозможен. Сетевые хранилища, как и любые другие, имеют срок службы. Это означает, что после нескольких лет использования они имеют тенденцию выходить из строя. Обычно средний срок службы подобных устройств составляет 5 лет. Причинами выхода из строя NAS могут быть следующие. Сетевое хранилище может выйти из строя из-за сбоя питания, колебаний напряжения, перегрева, случайного форматирования, переустановки, повреждения файловой системы устройства и механических неисправностей, накопителей, RAID-контроллера и так далее. Зачастую потеря данных и выход из строя NAS происходит после обновления прошивки. В результате, чтобы собрать RAID-массив и получить доступ к файлам, вам понадобится специализированная программа для восстановления данных. У производителя может быть собственное программное обеспечение для восстановления работоспособности дисков, но проблема в том, что основная функция программного обеспечения заключается в переформатировании дисков. При переформатировании накопителей вы просто избавляетесь от всей информации и восстановить ее будет непросто. Далее в видео я на примере покажу, как работает утилита для восстановления, как собрать RAID из накопителя без сетевого хранилища, что для этого может понадобиться и как в результате достать информацию с дисков. Для начала давайте рассмотрим, как создать RAID на данной модели сетевого хранилища от фирмы Cisco. Откройте любой браузер на компьютере, подключенном к сети, в котором находится NAS, и введите IP-адрес сервера. На данной модели он отображается на экране устройства. Войдите под учетной записью администратора. Разверните вкладку «Хранилище», раздел RAID. Если нужно перестроить существующий массив, нажмите «Изменить». Здесь доступна опция расширения. Можно добавить четвертый накопитель. Для добавления жмем «Добавить» ADD. После чего его статус изменится на запасной. Для удаления RAID в данном разделе меню напротив нужного массива нажмите Delete и OK для подтверждения. В результате RAID будет разрушен и удалена вся информация, которая лежит на диске. Чтобы создать новый дисковый массив, в этом разделе меню управления отметьте накопители, из которых будет состоять ваш будущий RAID. Из выпадающего списка выберите нужный уровень. И после нажмите «Добавить». В результате на экране вы увидите всплывающее окно с предупреждением о том, что все данные, которые лежат на дисках, будут затерты. Для подтверждения кликните «ОК». После начнется процесс построения RAID и процесс ресинхронизации. Данный процесс довольно продолжителен по времени. Ресинхронизация выполняется в фоновом режиме, поэтому можно переходить к дальнейшей настройке. Не дожидаясь окончания ресинхронизации, можно создать общедоступную папку и настроить сетевое подключение. Для этого перейдите к разделу «Тома». Здесь из выпадающего списка выберите массив, присвойте имя новому тому и укажите его размер. Если нужно, вы можете его зашифровать и установить пароль для доступа к сетевому диску. Указав все параметры, жмем «Добавить». Новый том создан, осталось настроить сетевое подключение. Для настройки сетевого доступа откройте вкладку «Shares». В открывшемся окне настройки доступа нажмите «Создать общедоступный ресурс». Укажите имя папки, выберите расположение, установите атрибуты доступа,
и отметьте нужные сетевые протоколы. Ниже присвойте привилегии для соответствующих пользователей. А затем нажмите ОК. Если все указано верно, папка появится в этом списке. Если нужно, можно изменить настройки или вообще удалить только что созданный каталог. При отказе сетевого хранилища возникают трудности с тем, как получить доступ к данным, которые остались на дисках массива. Поскольку для большинства наших серверов Linux является естественной средой и накопители при построении RAID массива форматируются в файловых системах данной операционной системы, можно попробовать использовать Linux, чтобы получить доступ к файлам. Но если вы плохо знакомы с данной системой, то делать это категорически не рекомендуется, так как в результате неправильного выполнения команд можно затереть всю информацию, которая лежит на дисках. Воспользуйтесь специализированной программой для установления данных с NAS. Это быстрее, удобнее и не нужно возиться с выполнением множества команд. Hetman RAID Recovery поддерживает большинство популярных файловых систем, технологий построения и типов RAID. В большинстве случаев программа в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID. Для начала подготовьте достаточно кабелей для подключения дисков. Лучше использовать кабели SATA и подключать диски напрямую к материнской плате ПК. Но если у вас недостаточно свободных портов на материнской плате, вы можете использовать переходники USB to SATA. Также подготовьте дополнительные запоминающие устройства, на которые вы будете копировать восстановленные данные, внешние диски, другое сетевое хранилище или другое устройство. Извлеките диски из NAS и подключите их к ПК с операционной системой Windows. После загрузки системы откройте управление дисками и проверьте, определились ли они в системе. Открыв диспетчер дисков, система может предложить выполнить инициализацию или форматирование накопителей. Ни в коем случае не делайте этого, так как в результате вы можете полностью затереть оставшуюся информацию. Загрузите и запустите программу. Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме определяет диски, читает из них служебную информацию и собирает разрушенный RAID. В программе RAID массив отображается вверху менеджера дисков. Данная модель устройства NAS создает по умолчанию дисковый массив с файловой системой XFS без возможности изменения. Чтобы получить доступ к содержимому раздела, прежде его нужно просканировать. Для этого кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». В следующем окне на выбор будет предложено два вида анализа – быстрое сканирование и полный анализ. Выбираем быстрое сканирование и жмем «Далее». Ждем окончания процесса и по завершении, чтобы перейти к содержимому, жмем «Готово». Архитектура построения папок не изменилась, поэтому вам не составит труда найти нужный каталог с нужными файлами. Если вам известно имя файла, можно воспользоваться поиском. Программа нашла все файлы, которые были записаны на дисковый массив. Их содержимое можно глянуть в предварительном просмотре. Если содержимое файла отображается, проблем с его восстановлением не будет. Для восстановления отмечаем все, что нужно вернуть и жмем «Восстановить». Выбираем накопитель, куда сохранить данные. И указываем нужную папку, затем восстановить и готово. После переходим по указанному пути и проверяем наличие восстановленных файлов. Hetman RAID Recovery имеет дополнительный функционал для повышения эффективности работы с дисками RAID, имеющими признаки аппаратных дефектов. Программа позволяет создавать образы накопителей и производить анализ с образов, что снижает нагрузку на диски и предотвращает выход их из строя. В некоторых случаях при повреждении накопителей или затирании служебной информации, которая на них хранилась, Hetman RAID Recovery может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если программа не собрала из диска в RAID массив и вам известны его параметры, вы можете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Для этого откройте RAID конструктор, здесь выберите пункт «Создание вручную»,
В следующем окне заполните поля с данными RAY, его тип, порядок блоков, размер. Добавьте диски, из которых он состоял, и с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Также при ручном построении нужно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить», после чего в менеджере дисков появится RAID, собранный вручную. Далее запускаем анализ, ищем файлы, которые нужно вернуть, и восстанавливаем. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.